Здравствуйте, уважаемые зрители! Спустя выходные новый пятый сезон сериала «Невский» возвращается на экраны телеканала НТВ. Вы сможете увидеть 16, 17 и 18 серию. Я очень рад, что можно смотреть сразу три серии, ведь всегда хочется узнать, что будет дальше. Итак, 16 серия носит название «Чужая жизнь». В этой серии мы будем наблюдать фееричное задержание Семеновым продавца оружия Суслова, который проходит в деле по заказному убийству на Литейном. С этим торговцем оружия не так все просто. Его забирает ФСБ, и там он сдает заказчика взрывного убийства. Им оказывается всем знакомый Горыныч. Фома хочет найти его раньше полиции, но Семенов не пасет задних и опережает всех. В 17 серии, которая называется «Вдова архитектора», мы видим Фому, который ходит отмечаться в органы УФСИН. Так такие были условия его освобождения. В этой серии ключевым станет задание Семенова. Он должен найти и задержать недавно приехавшую в город киллера Татьяну Смирнову, известную под кличкой «Вдова архитектора». Как думаете, справится ли главный герой? Напишите в комментариях. 18 серия под названием «Отдельное поручение». Начнется с того, что группа Семенова расследует дело об убийстве Юрия Куварина. Это отец Виктора, бывший сотрудник полиции, хороший знакомый Арсеньева. К тому же мы узнаем, что Наталья погрузла в долгах из-за игры в казино. Не пропустите новые серии 7 февраля на телеканале НТВ. Приятного всем просмотра!